Бутылочка Кьянти урожая 13-го года. Счастливый день. Сеньор Динелли. Можно Сальваторе, просто по имени. Мы ведь с тобой друзья, верно? У нас общие враги, мы готовы вас от них избавить. Было бы неплохо, мой друг. Можете начать с Пьерро Капо, командира черной бригады. Этот человек – варвар. Неужели? В монастыре полно предметов искусства. Картины, скульптуры, прекрасные работы. Я знаю из достоверных источников, что Капо планирует все это вывести. На продажу? Разумеется. За такие сокровища можно выручить круглую сумму на черном рынке. Выяснить бы, как он будет осуществлять перевозку. Тогда можно будет что-то предпринять. Конечно. Чтобы нам по-настоящему подружиться, надо решить вопрос Капо. Мы понимаем друг друга? Конечно. Я все понял. Чудесно. Капо носит четки, подаренные ему матерью. Он никогда с ними не расстается. Принеси их. И я увижу, что ты выполнил работу. Противотанковые орудия разнесут союзников в клочья, если пойдут здесь. Есть такая вероятность? Немцы считают, что да. Сейчас затишье, но уже почти неделю ведутся обстрелы. Может начаться в любой момент. Лучше нейтрализовать их, Карл. Снайпер, я слышал, хочешь с нами дружить. Каких только чудес не творит война. Монастырь, владение Капо. Туда не пробраться, не уничтожив горную крепость. Горная крепость защищает монастырь? Угу. Логично. По всему видно, что за монастырем присматривают. Это все из-за аббата. Он помогал фашистам, работал на них. Лишь бы сберечь свой бесценный монастырь и его сокровища. Вот опять же, чудеса войны. Нет времени любоваться пейзажем. Нужно разобраться с Капо. Questo è un vero capolavoro. Colori davvero magnifici. Thank you.
Думаю, я собрал все, что мог.
больше ничего не найти. Теперь подождем автоколонну. Нужен хороший наблюдательный пункт. Здесь больше нечего искать. Больше ничего.
собрал тут все полезное. Che passione! Che talento! Purtroppo è quasi sicuramente un falso. Просто, как кажется. Тут больше ничего нет.
Вот и все. Здесь больше нечего. Больше ничего не найти. Non ho mai capito questo artista. Mai. È così pedissequo. Ma che cosa pensavano?
аббата боеприпасов. Думаю, я собрал все, что мог. Кажется, собрал тут все полезное.
Что здесь такое? Список фамилий. Сеньора Динелли.
Это мне очень пригодится. Наверху может быть снайпер. Нужно остерегаться ловушек. Глэкстрэпа!
Динелли пришел в восторг, убедившись, что Пьер Капо ликвидирован. Он сдержал слово и обеспечил полную поддержку. Наверное, для него это дело чести. Не то чтобы партизаны жаждали помощи от Динелли. У многих бойцов сопротивления есть причины ненавидеть мафию не меньше, чем нацистов. Информатор Уиверов снова вышел с ним на связь. Майор Ганс Дорфман. Один из людей Бема. Адъютант ни много ни мало. Он сказал, что должен лично передать имеющуюся информацию. Говорит, что знает, где Кеслер. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Слышим вас, Рыжий лис. Береговой объект Магаценна слишком успешно топит суда союзников. Нейтрализуйте орудие и средства радиоперехвата. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Динелли не доверяет мне. Теперь ты наш друг, Карл. Сеньор Динелли хочет убедиться, что ты не опасен. Я убрал для него Пьеро Капо. Я выполнил уговор и жду того же. Помоги нам. Помоги партизанам. Возможно, кое-какая информация убедит тебя в нашей дружбе. Посмотрим. Груз комплектующих с верфи был доставлен сюда. Интересно, зачем? Кто знает. Возможно, немцы что-то хотят скрыть. Мы ведь теперь друзья, а? А то как же. О, диверсант УСО. Вас бы застрелить. В Берлине меня чествовали как героя. Сдается мне, что к почестям ты равнодушен. Где Андреас Кеслер? Он нужен нам живым. О, Кеслер переехал в береговой объект в Мегацено. Зарылся там с книгами и выпивкой. Почему я должен верить? Много ли стоит слово предателя? Уивер знает, что моя информация правдива. Разве я дезинформировал о боеприпасах у Виадука? Это мелочь. Слушайте, лейтенант, ход войны стал непредсказуем. Если союзники прорвутся... Понятно. Ты решил подстраховаться. Я прошу лишь вспомнить меня, если вдруг придет час, лейтенант.
Надо разобраться с этой передающей антенной. Здесь не все так просто. Нужно быть начеку. Хороший наблюдательный пункт. Маловато боеприпасов. Кажется, собрал тут все полезное.
Вот и все. Патроны почти закончились. Так, и что у нас тут такое? Шифровка и дешифровка. Целое бюро. Патронов надолго не хватит. Thank you.
очень пригодится. Здесь больше нечего искать. Сообщение.
Думаю, я собрал все, что мог. Кажется, собрал тут все полезное. Вы с тревожились не зря.
Немцы действительно вот перехватили наш радиообмен. Больше ничего. Нечто!
Здесь больше нечего искать. Если разрушить их, это остановит работу. Ракетные боеголовки. Так вот, патроны почти закончились. Очевидно, перед отправкой в Алагру Кеслер настраивает систему наведения. Но сколько оружия уже отправлено? Думаю, я собрал все, что мог. Thank you.
Ее можно уничтожить, сложив у основания взрыв пакеты. Но тогда нужно быть готовым, что враг проявит ко мне интерес. Ничего нет. Конструкция с...
все. Андреас Кеслер. Кто ты такой, черт возьми? Пора вставать. Не торопитесь, профессор. Ты всего лишь маленькая девочка во взрослой игре. Думаешь, ты можешь мне сделать бобо? Я была медсестрой. Ты это знал? До того, как все это началось. Так что я отлично знаю, как сделать больно. Ты меня понял, маленький мой? Meine Liebe. Меня убивать нельзя. Скажи ей. Он прав, София. Дай мне нож. Ты знаешь, как он строит свои чудные ракеты? Сколько подневольных рабочих умерло, чтобы эти ракеты летали? Он нужен нам. Так же, как нужен Динелли. Но он фашистская мразь! А Динелли убийца тысяч людей! Они нужны! Оба! Тебе! Нам нет! Мы выше этого! Знаешь что? Я тебе кое-что расскажу, meine Liebe, о твоем дорогом отце. Об отце? Что ты о нем знаешь? Говори, что знаешь! Пусть все уйдут. Ладно. Но Джанкарло останется.
Думаешь, не опасно? Думаешь, зачем я взял нож? Лучше узнай, что он ей сказал. София!